Вот так на прошлой неделе несколько сотен человек брали на абордаж агентство по страхованию вкладов. Все эти люди – вкладчики Микко Банка, Кроссинвестбанка и Стелла Банка – кредитных организаций, которые остались без лицензий в марте и апреле этого года. Во всех трех банках выяснилось, что есть люди, которые не попали в реестр, то есть везде был какой-то забалансовый учет. Мы стремимся объединять наши усилия, поскольку есть одна большая проблема. Она коснулась сейчас в общей массе по трем банкам 5000 человек. Ярослава держала средства в Кроссинвестбанке, но после отзыва у него лицензии обнаружила, что ее имя в реестре вкладчиков не значится, поэтому получить страховое возмещение она не может. Юрия Брыксина тоже нет в списках. Вкладчиком Стелла Банка он был всего 2 дня и за это время успел лишиться миллиона с лишним рублей. Это он был во вторник, по-моему, а в четверг, по-моему, его грохнули. То есть, ну, получается, за день или за два, не знаю. Потому что я положил, сразу уехал в командировку, мне надо было в командировку ехать. Вернулся из командировки, ну и, короче, поет. Со Стеллой было смешно еще то, что Ростовский банк вышел в марте на московский рынок, и, соответственно, ЦБ не мог это не знать. Через месяц у него отзывают лицензию. И оказывается, что в реестре у тебя сумма вклада далеко не такая, которую ты понес. Елена Гостева написала немало статей о работе системы страхования вкладов, поэтому бесстрашно открыла депозит в Стелла банке. Так вышло, что его тоже увели, но по другой схеме. Человек приходит в банк, кладет деньги на счет, заключает с банком договор вклада. Этим же днем или днем позже вклад расторгается, якобы по инициативе человека. Он может расторгнуться полностью, то есть человек деньги забрал формально. Он может быть расторгнут и снова перезаключен на новый срок, на новый вклад, но с гораздо меньшей суммой. Например, если вы клали в банк 10 тысяч рублей, может быть открыт вклад на 1000 рублей. По данным АСВ, в Кроссинвестбанке мимо кассы прошли 3,5 миллиарда рублей. Это вдвое больше суммы депозитов, отраженной в официальной отчетности. Микко Банк скрыл привлечение вкладов на ту же сумму. Неучтенные вклады в Стелла банке составляют примерно 1 миллиард рублей. Обманутые вкладчики всех трех банков написали в АСВ заявление о несогласии с суммой выплат. К ним, как полагается, приложили все документы, полученные в банке в момент открытия вклада. Но агентство ответило, оно внесет заявителей в реестр страховых выплат, но по решению суда. Впечатление такое, что агентству по страхованию вкладов нужно основание для выплат. Агентство бы и радо выплатить, но раз написано черным по белому, выплачивается тому, кто в реестре. С сожалением призываю граждан пойти в суд. С сожалением, потому что, конечно же, когда писался закон о страховании вкладов, но авторы не предполагали, что не будет автоматизма. И надо сказать, что в подавляющем большинстве случаев автоматизм был. Там 2 миллиона 300 тысяч раз автоматически АСВ выплатила деньги. Но я все-таки надеюсь, что решения судов будут быстрыми и формальными в самом лучшем смысле этого слова. Человек предъявил документы, значит, он вкладчик банка. Сейчас уже подано 700 обращений в Симоновский суд от вкладчиков Кроссинвестбанка и, насколько я знаю, около 300 обращений вкладчиков Микко банка. Стелла банку как раз на том самом собрании было сказано вкладчикам, что выплаты начнутся с 10 июня, то есть у кого-то вот проблема каким-то образом решилась. Впрочем, официального подтверждения эта информация пока не получила. Мы обратились в агентство по страхованию вкладов за комментариями, но к моменту подготовки сюжета ответа по существу так и не получили. Обманутые вкладчики тем временем ломают голову, как нечистые на руку банкиры смогли провернуть такую аферу. Ведь буквально в январе ЦБ проводил проверку в Кроссинвестбанке. Все необычные отклонения в работе с вкладчиками фиксируется тогда, когда имеется соответствующая возможность, и проверяется. В Кроссинвесте ситуация выявилась после отзыва лицензии, потому что проверка работает с документами, проверка работает с кредитными досье, с депозитными досье. Проверка не означает, что у каждого офиса банка стоит проверяющий и переписывает вкладчик. Это делать просто-напросто технически невозможно. Короткое сообщение о проверке в Кроссинвесте прошло незамеченным, а было бы неплохо, если бы регулятор раскрыл подробности, считает Елена Гостева. Я понимаю логику Центробанка, когда он не сообщает о своих надзорных действиях и не вывешивает информацию о том, что в отношении какого-то банка введен
запрет или ограничение на прием вкладов, потому что это может вызвать отток вкладов. Тем временем вкладчики возмущены, что агентство по страхованию вкладов отказывается внести их в реестр страховых выплат на основании документов, которые есть у них на руках. Значит, придумали схему реестр. Значит, ему придали какое-то сакральное значение. На самом деле застрахован не реестр, застрахован вклад. На каком основании вы не выплачиваете нам деньги? На том основании, что вас нет в реестре. Ну так включите, пожалуйста, нас в реестр. Мы принесли вам документы, которые мы получили в банке. В ЦБ подтверждают, реестр – это технический инструмент, позволяющий вести учет и осуществлять страховые выплаты. И если недобросовестные участники рынка фальсифицируют базовую отчетность, то подделать реестр не составляет труда. Вкладчики должны знать, что они получат предусмотренные законом страховое возмещение в любом случае. Вкладчики должны хранить все документы, которые они получили в банке. Это две категории документов. Во-первых, это договор банковского вклада или банковского счета. И во-вторых, это документ, который подтверждает, что деньги внесены в банк. Подробная инструкция, как вести себя вкладчику, который оказался вне реестра, уже есть на сайте ЦБ. За последние 3 года всего в 11 случаях после отзыва лицензии у банка вкладчики не находили себя в реестре. Тогда АСВ и Центральный банк обращались в правоохранительные органы, которые помогали устанавливать реальные обязательства банка перед клиентами. И это позволяло гражданам избежать долгих судебных разбирательств. Поэтому обращения в суды возможны. Это право есть у каждого вкладчика, но мы постараемся сделать так, чтобы вкладчики получили деньги в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями, связанными с судебными разбирательствами. Если ваш банк еще жив, но вы сомневаетесь в его чистоплотности, не волнуйтесь. Если у вас на руках полный комплект документов, включая договор вклада и приходный ордер, в случае проблем вы всегда сможете доказать, что действительно открывали депозит. Дополнительно можно взять в банке выписку со счета, советуют в ЦБ. Однако обманутые вкладчики предлагают более сложную схему контроля за подлинностью реестра. Как клиента меня бы успокоило то, что при визите в банк, помимо того, что я просто знаю о том, что мой вклад защищен, я получала бы еще какой-то документ, в котором, возможно, содержался бы какой-то уникальный код или ключ, воспользовавшись которым только я могу проверить состояние своего счета в месте, которое не относится к банку, то есть на том сервере, который остается неизменным. Если у нас есть нормальный онлайновый реестр, да, то в чем его еще прелесть, помимо всего прочего? Да? То есть я, во-первых, знаю, да, что я в реестре или нет. Если я не в реестре, я сам контролирую банк. ЦБ делать-то ничего не надо. Помимо того, что права вкладчиков сразу становятся внятным образом оформлены, да, так это же еще и база оплат страховых взносов. Ведь если меня выводят за баланс, то за меня взносы же не платят. Остановит ли эта сложная схема банкиров-мошенников, сказать сложно. Способов обмана вкладчиков много. Но следить за порядочностью банкиров, по мнению Павла Медведева, должны не клиенты. Заставлять человека проверять данные лицензии Центральным банком, данному банку выдано в шутку или всерьез, это никуда не годится. Если у банка есть лицензия, пусть кто-нибудь другой, а не вкладчик, следит за тем, чтобы банк выполнял свои обязанности. К сожалению, вот как раз-таки количество дел, которые дошли бы до суда и до посадки банкиров, минимально. Еще бывший глава Центробанка Сергей Игнатьев говорил, что парочка-троечка, ну, может быть, пяток хороших показательных дел дали бы банкирам по рукам. Да, конечно. Чисто по-человечески я считаю, что тот человек, который позволил себе украсть деньги, должен быть найден, наказан. Мы обратились в правоохранительные органы по всем известным нам случаям. Мы и агентство по страхованию вкладов проводят работу в соответствующем направлении. Главная задача – это найти виновных лиц и обеспечить вкладчикам как можно более быстрый доступ к страховому возмещению. Я думаю, что все наши надзорные подразделения обратят особое внимание на прямые либо косвенные признаки, связанные с подобного рода операциями. Это было бы кстати, ведь совсем недавно лицензии лишился Мострансбанк, где также обнаружились забалансовые вклады. Хочется верить, что этот нехороший тренд удастся переломить, ведь он вредит не только банковской системе, но и российской экономике, в которую мы так стремимся привлечь инвестиции. Следят за развитием событий Татьяна Калиникова и Сергей Мажаров, Банки ТВ.